История лжеполицейского похожа на сценарий художественного фильма. Бахыджан Калмуратов в Алматы приехал с юга страны продать авто. Чтобы благополучно добраться из Шымкента в Алматы, он придумал план, переоделся сотрудника полиции и подделал служебное удостоверение. Я это сделал не со злым умыслом. У меня бампер был сломан, чтобы сотрудники дорожной полиции не остановили меня и не придирались. Я форму полицейского надел. В Алматы Бахыджан Калмуратов остановился в гостинице. По его словам, из окна номера он увидел, что на пожилого мужчину напали хулиганы. Долго не раздумывая, герой снова переоделся в полицейского, только на этот раз помочь пострадавшему. Заметив человека в форме, толпа разбежалась, а проезжавший мимо патруль решил выяснить обстоятельства случившегося. Изначально он, когда его полицейские, не задерживали, потому что они подумали, что он является его ихним коллегой. Они просто попросили ему предъявить документы, спросили, ты с какого района. Он сказал, я сам военнослужащий, я не полицейский. Лжеполицейского немедленно доставили в участок. Сейчас ведется следствие. Ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет. Айжан Тимербаева, Нурлан Куанышев, телеканал Алматы.